Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Realme 9i добавить фотоконтакту. Для начала переходим в список контактов. Выбираем контакт, который мы хотим добавить фотку. Нажимаем «Изменить». Затем тыкаем по иконке фотоаппарата. У нас есть опция «Сфотографировать» или уже выбрать готовое фото из галереи, как я и поступлю. Затем выбираем фотку. Здесь можем обрезать фото, как нам нравится. И нажимаем «Готово». И затем «Сохранить». И фото контакта добавлено. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.